Итак, я вновь рад приветствовать вас на нашем канале. Мы продолжаем прохождение XCOM. Так, в комментариях, что я заметил от вас? Заметил то, что Гарик Майор меня напугал тем, что в будущем, возможно, у нас уже на этой миссии, возможно, в следующем. В общем, в этом месяце появятся мутоны, и мне нужно заказать тяжелое вооружение в плане тяжелых винтовок обычных, лазерных. Вот это я сделал, заказал несколько винтовочек нам тяжелых. Будем надеяться, к следующей операции они уже у нас будут в ходу, доступны для нашего отряда. Ну и, соответственно, я вас просил написать ваши пожелания по тому, кто пойдет на эту миссию, но что-то не увидел вашего рвения особого в написании комментариев по этому поводу. Ну, в таком случае, вот такой вот состав я выбрал, именно он пойдет на эту миссию. Пойдут те, кому надо подкачаться, именно вот Малик, Чашников, Иванько, Спанки, так, Терминатор, Мачо. А Мачо идет у нас пехотинец, не аватар, так как у нас пехотинцев активных сейчас нету из аватаров. Будем качать тех пехотинцев, которые нам даны. Так, ну и соответственно, командиром группы идет капитан Дарья Горемкова. Начинаем задание. Садимся. Теперь отправляемся в Аргентину. Похоже, пришельцы решили ударить туда. Со всего мира поступают сообщения о попытках похищения. Отправляйтесь к месту последнего происшествия. Ну что ж, высаживаемся. Штаб, ответьте рейнджеру. Мы на точке. Прошу разрешения на выброску десанта. Вас понял, рейнджер. Десантирование разрешаю. Так, ну у нас по поводу местности тут не особо пересеченная такая местность. В принципе, это парочка домов, и они находятся все рядышком. Так, ну что ж, давайте тогда будем подходить. Ага, и подходить-то не приходится. Кого видим? Пришельцев уже сходу. Так, Дарья, 100%, давай отрабатывай. Есть минус раз. Так, пришельцы отступают, но это нас не особо-то радует. Так, Чашникова пока что оставляем на позиции. Мой Дарью отсюда прикрывать. Так, Терминатор наш. Давай как ну подходи. Двоих видишь, 74, 59, 74 работы. Ну, отлично. Новички-то все неплохо показывают. Так, что еще скажет купечество? Ну, ракетчика пока трогать не будем. Так, Гарика сюда. Кого ты там видишь? Никого не видишь. В боеготовность. Спанки. Спанки, давай-ка сюда. Вот. К окошечку кого-то видишь с фланга даже. Отлично. Так, 33%. Это не айс, конечно. Ну-ка, с пистолета. 38-66. Вот это уже получше. Давай попробуем. Отлично. Так. Так, так, так. Кто еще у нас есть? Мачо наш. Ну, его подводить шибко близко тоже как бы критично. Ну и оставлять тут.
Двигаюсь к точке. Не очень. Кого видим? 69. Попробуй. Отлично. Отлично работает оперативник. Так. Давай-ка, Малик, подходи. Ракета пока что нам не нужна, но ты можешь дострелить того фошника. Отлично. Так, попадает в прицел Алексей Чашников, ухошник. Мимо, Алексей. Плохо. Сейчас будет открыть ответный огонь, судя по всему. Нет. Странно. Странно. Так, Дарья, сколько видишь? 71%. Пробуй. Отлично, Дарья. Объект уничтожен. Так. Гарик, подойди. Я пошел. Не видишь, да? Окей, пока стой. Спанки. Продвинься. Тоже никого не видишь, да? Окей. Так. Давайте его на боеготовность поставим. Алексей Чашников у нас тоже в боеготовности. Сюда к углу терминатора нашего. Пусть прикрывает. Так, за полный щит садим Малика. И вот сюда нашу пехоту. Ну что ж, отлично, все на позиции. Так, окей, теперь нам надо быстренько подойти. Ставим стрельбу на бегу и рывковым эффектом подходим к составу. Собрали, отлично. Встаем на боеготовность. Так, здесь пока у нас никто не двигается. Кроме, соответственно, нашего пехотинца. Он должен прикрывать штурма. Так, все в боеготовности. Шумы у нас с другой стороны, значит. Что ж, давайте. Спешу. Будем тогда ретироваться в эту сторону и прикрываться. Тем более, что состав где-то там у нас тоже в глубине. Так. Здесь, наверное, особо никого не оставляем. Уже иду. Немножко пошумим, привлечем внимание. Так, терминатор. Ну, терминатор, наверное, у нас прикроет вот здесь вот нас, с этой стороны. А потом будет тоже ретироваться в ту сторону. Так, сюда к стеночке Чашникова садим. Так, терминатор на боеготовность. Кто у нас еще? Никита Малик, за полщита сюда, к углу дома. Так, тебя в боеготовность мочим. И Дарью. Дарью передвигаем дальше. Все, так. Майор, боеготовность. Соответственно, как испанки. Кто-то у нас там забегал. Двери разбивает. Так, ну что ж. Давайте продвигаться в таком случае. Потихонечку. Как бы внутри и снаружи дома будем двигаться. Так. Спанки.
Куда сможешь у нас? Давай сюда. Так, состав видишь, отлично. Пехоту тоже пододвигаем. Кто у нас еще? Ракетчик, да? Давай сюда. Окей. Дарья. Передвинем тебя за машину. Так. Майор на месте, уже сходил. И Чашникова, давайте вот сюда двинем на угол. Ну все, ставим всех в боеготовность в режиме ожидания. Что это было? Так, окей. Где-то бегают, суетятся. Давайте сделаем следующее. Терминатор рывок совершил вот сюда вот. Так. Дальше нужно перебазировать всех наших. Тут мы за полчаса вообще не спрячемся никогда. Ясно. Так, тогда нужно спанки перемещать. Куда перемещать? Давайте сюда вот защит. Видит уфошников спанки. Окей. Так, одного, по крайней мере. 19%. Это не айс. В таком случае будем подводить наши силы ближе. Дарья, давай вперед рывком. Отлично. Так. Чашников. Сюда. Так, ракетчик. Давай ближе. Штурм. Вернее, пехота. Так. Давай подходи сюда пока. Пехота сюда. Так, кто еще у нас остался? Гарик у нас еще остался. Гарика мы вот сюда вот посадим. Около дверки. В режим боеготовности. Так. Спанки, спанки, спанки. Как поступить? Нет, наверное, трогать ее пока не будем. Здесь вероятности мало, что они попадут. Посмотрим. Используя свои способности уфошники. Так, воздействие на спанки, да? Ага. Окей. Теперь еще огонь открыли. Ну, соответственно, промах. Слишком далеко находимся. Так, окей. Что ж. Делаем тогда следующее. Терминатор, подходи. Открывай дверку. Никого не видишь, но можешь, наверное, закинуть гранатку. Можешь? Давай посмотрим, куда можешь закинуть гранатку. Щит, чтобы сбить. Хватит? Хватит. Вот так вот кидай. Так, ну один стол убрал, второй нет. Ладно, фиг с ним. Так, Дарья, 86, 71. Давайте в того, у кого 86 прицели. Так, отлично, отлично. Гарик, 47, 62. Так, никто не на боеготовности, да? Я так понимаю. Так, Гарик, давай-ка сюда вот. Интересная штуковина. Отлично. 66. 72. 72, иди скрыто. Давай не подведи с Гарик. Ну что же ты, майор?
плохо. Черт, не может быть. Да, действительно, не может быть. Я надеялся. И верил. Так. Кого видит у нас? Чашников никого не видит. Тогда за машину. Так, что еще мы можем сделать? Гранатометчика давайте вот сюда вот. Малика нашего. Так. Что ты можешь нам сотворить? В принципе. Разрушить стенку. Но это нам особо не поможет. Спанки. Добежать может до сюда. Но опять же не факт, что в кого-то попадешь. Так. Окей. Да ладно. Вы издеваетесь. Работай, поискателю. Отлично. Как-то плохо у нас все складывается, очень плохо. Так, окей, ладно. Что делаем в таком случае? Так, боеготовность. Уже иду. Давай сюда. Нужно прикрывать. Гарика, так. Хреново, все очень хреново. Обойти хотя. Так, спанки у нас уже попадает. По Гарику пока мажут, это чистая случайность. Фух. Прижали, гады. Так, садят под огонь нашего штурма пехоту. Попадает по Чашникову. Да. Ситуация не очень. Я расслабился. Погнался за составом. Так, окей. Гарик, покажу. Сюда. Рубай его. Есть контакт. Все, я тут готов. Так, Чашников. 89. Достреливай. Отлично. Так. Давай сюда. Терминатор. 100%, да? Давай. Отлично. Отцепил от спанки этого урода. Окей. Так, 67. Пока нет. Ты кого видишь? 86, достреливай. Отлично. Так. Спанки. Никого не видишь, да? Хорошо. Боеготовность. Так, Малик. Работай вот сюда. Только в Гарика не попади. Да. Мазила хреново. Так, ты у нас под огнем. Жестко. Сейчас двигаться, стрелять начнешь. Засадят в тебя. Не делать нечего, работай. Промах. Поправка на еще раз. Промах. Боеприпасов нет. Так, сваливает уфошник. Окей. Но еще, кажется, один искатель. И еще состав мы потеряли.
Так, непруха что-то сегодня, непруха. Не играл несколько дней, вообще расслабился. Да уж. Где он там? 32. Нет. Не айс, так. Чашников не увидишь отсюда. Плохо. Боеготовность. Так. Терминатор. Давай за столб. Окей. Так, ты сюда. Перезарядка. Я перезарядился. Дарья, кого видишь? Никого не видишь. Давай. Боеготовность тогда. Ты тоже. Так. Ну и ты давайте стремки тогда уж. Боеготовность тоже. Так, пока тишина. Ладно. Уже иду. Гарика поближе. Терминатор. Что-то ты какой-то хилый терминатор, не бегаешь совсем. Так. Ладно, сиди пока. Так, у Спанки еще один ход до рывка. Пока что сидим. Уже иду. Мачо не видит никого. Так, Чашников, ты почему у нас никого не видишь? Вот отсюда он сможешь? Нет. Окей, так. Дарья. На моей готовности. Так, майор моей готовности. Давай-ка, наверное, Спанки отойди. Испытывать судьбу не будем. Так, это тоже боеготовность. Плохо, очень плохо. Гарик, подойди. Спешу, как могу. Отработай. Отлично. Срочно пополните боезапас. Так, кто где еще? Непонятно пока. Окей. Ну ладно, хорошо. Все пока в боеготовности. Поглядим. Я полагаю, искатель еще где-то затаился. Так. Есть, выполняю. Гарик, идешь назад. Как без перезарядки, без ничего. Так. Все остальные пока что на боеготовности. Good to go. Поглядим. Вот он, искатель. Отработали. Все задачи выполнены. Так, ну я считаю, хоть операция закончена, это было из рук плохо. Совсем я что-то расслабился. Отвык, видимо, за выходные. Так, ну что ж,
Майора поздравляем, лейтенант второго класса. Ну и, соответственно, полевой хирург. Так. Малик, ракетчик, что сопутствующий урон или выстрел на вскидку? Давай сопутствующий. Так, Дарья, капитан третьего ранга. Ох, нифига себе. Это что-то уже по-морскому. Так, двойной выстрел. Ух ты ж. Беговый огонь. И готовность ко всему. Если боец сделает выстрел без передвижения, то он автоматически переходит в режим боеготовности в конце своего хода. Ух ты ж. Тоже круто. Круто. Смотрите-ка, готовность ко всему и двойной выстрел. Но двойной выстрел, будет ли он работать для пулемета, так как мы же знаем, что с тяжелым пулеметом, если выстрел мы сделали, то ход закончился. Вот интересно, как работал бы этот перк с пулеметчиком. Ну и, соответственно, готовность ко всему тоже классно. Совершили мы действие, допустим, выстрелили, и он по-любому встанет на боеготовность, тоже круто. Так, давайте я, наверное, перк брать Дарьи Горюнковой не буду. А кто сведущ в этом вопросе, мне в комментариях отпишите под этой серией. Какой бы лучше, готовность ко всему или двойной выстрел? Потому как беглый огонь, ну не знаю. Два выстрела со сниженной меткостью. Стоит ли его вообще брать или не стоит? Ну, в общем, отпишите в комментариях, что лучше, на ваш взгляд, если вы, конечно, в курсе, что и как повлияет. А если так, на вскидку писать, то это, конечно, не хотелось бы так. Так, ну ладно, привезли ништячков помаленьку. Не забывайте, мы видим все. Панику снизили. Так, что у нас по панике в населении? Все по-прежнему. Так, ну что ж, давайте дальше тогда крутить. Так, шеф, спутники к запуску готовы. Как только прикажете, мы их выпустим. Отлично. Через сколько у нас сообщение? 16 дней. Ну, в принципе, еще ждет. Тем более, спутниковый модуль у нас через 9 будет готов. Так. Улучшенные технологии брони, вот хотелось бы. Чего? Нетушки. Не будем мы передавать ему лазерные винтовки. Так, выходят наши оперативники из лазарета. Отлично. Мы получили шифрованное сообщение от совета. Так. Опачки. Операция совета рекогносцировка. Наши источники сообщают об инциденте в Ньюфаундленде, выше по побережью от Сент-Джонса. Рыбацкая деревня объявлена закрытой зоной. Есть подозрение, что здесь замешаны пришельцы. Нам следует отправить туда отряд, чтобы прояснить ситуацию. Ну вот как раз таки та самая миссия, перед которой Гарик мне советовал подостановиться и посоветоваться с коллективом, что и как делать. Так что давайте остановимся и подождем ваши комментарии денек, а потом уже будем записывать дальше. Ну что ж, вот на этой ноте я с вами прощаюсь. Пишите свои комментарии. Конечно, я понимаю, миссия, которая у нас только что прошла, была вообще очень-очень плохо проведена по причине того, что я просто отвык от своей тактики, ну и, соответственно, отдохнувший, совершил ошибки, которые непозволительно совершать в данном моде. Это я, конечно, признаю. Виноват я сам, только я, никто более. Но, в принципе, все вернулись, все обошлось, удача на нашей стороне. Пока что. Ну и ставьте лайки вверх, жду ваши комментарии по поводу нашей миссии с рекогносцировкой. И все, наверное, на этом прощаемся. До следующего раза. Пока-пока.